Сотрудниками Следственного комитета Карачаевска с участием следователей-криминалистов был проведен дополнительный осмотр места происшествия по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Подробности в репортаже Карчебиджиева. Твердым и уверенным шагом криминалисты направляются в один из подъездов общежития Карачаевска. Здесь на одном из этажей была обнаружена кровь. Впоследствии криминалистами выяснилось, что она принадлежит новорожденному ребенку и его матери-убийце, которая безжалостно оборвала жизнь только что родившемуся малышу. 27 декабря 2021 года в Карачаевске возле дома номер 3 на улице Мира в полимерном пакете на земле было обнаружено тело новорожденного ребенка. Сейчас же следователи-криминалисты проводят колоссальную работу по выявлению матери убийцы. Если они где-то капнули, то вряд ли это малось. При производстве данного следственного действия применялась специальная криминалистическая техника, с помощью которой можно выявить биологические следы убийцы. Результаты будут находиться в материалах уголовного дела. Полагаю, что следственное управление, весь состав, в том числе отдел криминалистики, приложат все возможные и необходимые усилия для раскрытия данного преступления. Виновное лицо должно быть установлено и привлечено к уголовной ответственности. В настоящее время в ходе расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные действия, направленные на установление возможных очевидцев совершения данного преступления. Изучаются записи с камер наружного наблюдения, расположенных в указанном районе. Обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а также признаки механической асфиксии. В ходе расследования уголовного дела отрабатывается версия о причастности к его совершению не только лиц, проживающих на территории Карачаево-Черкесской республики, а также и лиц женского пола, проживающих в субъектах, расположенных по соседству с Карачаево-Черкесией. Помимо этого отрабатываются туристы, иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, в частности в Карачаево-Черкесской Республике, в связи с обучением в вузах субъекта. Более чем у 200 лиц получены образцы буккального эпителия, назначены молекулярно-генетические судебные экспертизы с целью определения генотипа данных лиц и проведения сравнительного исследования с теми объектами, которые были обнаружены и изъяты на месте совершения преступления. Следственное управление обращается к гражданам, кто обладает информацией о личности женщины, совершившей преступление, и просят сообщить по телефонам 8-928-396-50-42, 8-928-925-74-06. Карчабиджиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.